стало удивительным открытием то, что ЕГЭ оказалось намного проще, чем мы ожидали. Я, наверное, весь вчерашний вечер только вот хотел как-то взять, так и сразу вот открыть этот конверт, прям сразу пропустить все это время. Вот. Но я, когда увидел задание, я, в принципе, успокоился, потому что я это все знаю, я был к этому готов, как бы никаких неожиданностей не было. Остались положительные впечатления, практически не волновался ни на один на экзамен. Тяжело было совладать со своим волнением перед экзаменом, но это уже мой 7-й экзамен. И я знал, как к нему правильно подходить, как сконцентрироваться, но когда я открыл конверт, все было хорошо. И я такой: «Yes!»